правила ДЗК. Один из комиков загадывает ответ. Остальные пытаются рассмешить его своими вопросами. Если комик засмеялся, загадывает следующий. И так можно играть, пока не надоест. Это справедливо, блин. Ну, все улетели уже на отдыхе. Валик улетел, Лузан, все в Инстаграм зайдешь, Шри-Ланка, океан тихий. Конечно, он тихий, там, тихая зависть моя, понимаете? Все отдыхают. Ну, единственное, что радует, ну, вы же тоже можете полететь отдохнуть. Пожалуйста, по ссылочке перейдите. Там можно в Италию, на матч Милан-Интер, Загорецкая еще. Все, чики-бомбони, все будет хорошо. Ну, знаете, если мне плохо, ну, я рад буду, если хоть вам будет хорошо. А вы, наверное, давайте идите по этой ссылке, наедине меня с Фиатой оставьте. Нам и вдвоем неплохо. Эй, это чего? А добро пожаловать в эту студию. Целая неделя прошла. Финальный выпуск сезона. Финал сезона, ребята, ого. Финальный сезона. У нас есть два свободных места. Одно останется свободным. Вы потом поймете, почему. А одно сейчас займет наша роднулечка, наша кровиночка, наш запорожский бык. Мой кум! Кум. Коляна. Коляна. Орел юмористических просторов, который летает похер где. Сережа Дитко! Здорово. Ой, как будто не виделись только что. Так, а ну стоять. Только увиделись. Мы сначала хотели Чапаряна позвать. А, ну ладно, выпуск будет хуёвым. Украина! Украина! Секунду, давай, так, чтобы тебе было комфортно. Да, азиат, все, садись справа от него. А что? Долбоеб на крайне. Колю, не обижайте Колю, пожалуйста. Так, что надо сказать? Надо сказать, что ты... Ну. Что я вас люблю, надо сказать. Что вы пиздато, что вы делаете. Вот это шоу, вот это. Нравится же вам шоу? Они стараются. Нравится вам шоу? Для вас делаю ДЗК, Львы на джипе. Для кого это все? Алло! Подписывайтесь на канал, Коля, скажи. Колокольчик, кинь, Лукас, блядь. Ты был в ЧБД, ты был у Урганта, ты, блядь, везде. Теперь куда ДЗК. Ни посмотришь, ДЗК. Ты везде. Ты даже сюда, ну, даже в эту дыру приехал. Нет, почему? В классное место. Колечке моему любимому. Юрий, искренний человек, я вам говорю. Тебя надо к Дудю. Напишите, хэштег Колю к Дудю, пожалуйста. У нас есть украинский. Слушайте, это же, вы представляете, это будет лучший день в нашей жизни. Всех. Просыпаетесь, открываете YouTube, такой Дудь вышел новый, и там Коля, ебать. А почему ты так любишь Фету? Да, знаете, я... Ну, типа, Коля, и провокационный образ. Где Фета лучше? В России или в Украине? Говорят, ты... Топ-3 Феты прямо сейчас. Да, да. Чей Лечо? Да, Коля, Чей Лечо. Оказавшись перед Фетой Лечо, что ты выберешь? Блиц! Сегодня не скажу ни одного мата. Если я скажу мат, крикните, что я пидорас. Вот у тебя бутылка, вот крикнешь мне, что я пидорас, если я заматерюсь. Все, спасибо большое. А еще ж этот должен был быть, Янго, знаете, Янго? Он же должен был быть здесь? Ну, просто очень смешная ситуация. Янго, типа, мы с утра с ним списываемся. Мой друг. Да, это друг Сережи, короче, поэтому мы его позвали. 12 часов дня мы списываемся, говорит, ты ж будешь, все окей? Да, в 7, супер. Только что приходит от него сообщение. Я зачитаю. Привет, сори, застрял. Бро, сори, у меня... Это следующее сообщение. Сори, у меня ЧП. Сколько времени займет это все? У меня тут просто дело на миллион. Я срочно улетаю в Париж брать интервью у Уилла Смита. Итак, забираем звание пиздун года у Анатолича. Теперь наш герой Янго. А я, кстати, звонил Уиллу Смиту. Нихуя он не знает. Да. Я желаю, знаешь что, чтобы он взял интервью у Уилла Смита, и он потом, как в «Люди в черном», нажал кнопку, и он нихуя не запомнил. И он такой приедет, а как интервью? Я нихуя не помню, не взял ничего. Давайте не шутить про это. Ну, это дуже, це дуже серйозна тема. Вілл Сміт – це... Вілл Сміт? Вілл Сміт – це дуже серйозна тема. Обережно. Вілл Сміт в ДЗК, надо його позвати. Ти знаєш, що у Янго Вілл Сміт? А Янго...
Он, ему же позвонили, говорят, у вас Вилл Снит. Он говорит, о, еду брать интервью. Увидеть Париж и умереть. У меня официальное заявление, я открываю свой блог Коля Гоу. Обзоры на я чисто на скоростях, буду везде все делать. Колго. Колго. Колян Гоу. Вот так делаю причесочку. Колго. Колго. Давай будешь. Да хватит меня кала, мы поняли, что говно я, типа, все. Нет, Коля, ты лучший. Это мой ультрас, между прочим. Коля! А за Колю такой ультрас пиздится. Шарфом машет просто. Да, да, я люблю растянуть, знаете. Пойти на стадион, встретить команду. Я футбольный фанат известный. Ну что, может, это, в дубль поиграем? Как игра называется? Вот это то, что написано у Коли. Вот так. Да, она называется «Фаворит ДЗК». Да, а как переводится? Это значит «Ставь бабки и выиграй в ДЗК». Серьезно, вот так ты придумал? И Коля будут капать бабки. И мне бабки, а мне столько уже накапало. Слушай, Колечка, а деньги – это грязь, ты сам знаешь. Ты мой заворот видел уже, бицуха? Заворот, блин. Прикинь, Серега был бы фронтменом группы «Руки вверх» было в комедии. Ну, я говорю, Коля лучший. А ты фронтмен группы. Коля, Коля. А я говорю, ты фронтмен группы. А я говорю, ты лучше Жукова. А Жуков это легенда. Ну все уже, блядь. Маршал. Вот. 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 Спасибо, братан. Спасибо. Вот. Все нормально. Все, спасибо. Коля, блядь. Вот, пожалуйста. А Серега лучше всех. Все, не надо, ничего. Никаких матов больше. Это только мой личный помощник. Все. Что, начнем? Да, давайте поиграем. Похлопайте. Серега, с приездом тебя. Давайте начинаем. Спасибо, мужики. Я загадал. Ну что, Коля, как дела? А я в пуле чудес снимался. Слушай, я... Я недавно 10 миллионов долларов заработал. А я в «Поле чудес» снимал. Микола, слухай, а что это, ну, закруток вообще нет, все пусто в погребе. А я в музей «Капитал Шоу» все отдал. Микола. Микола. Микола, здравствуйте. Есть. Неженка, терпи давай. Это какое-то новогоднее чудо. Коля, Коле, ну, дали и лечу, и фету. И вот. Это какое-то новогоднее чудо. Северное с южной воссоединились. Это какое-то новогоднее чудо. Колины анализы пришли, здоров. Это какое-то новогоднее чудо. Целый ящик йогурта чудо. Это какое-то новогоднее чудо. Серега, подъем переворот ебанул на турнике. Это какое-то новогоднее чудо. Он просто висел и говорит, пойдем да, переворот. В честь Нового года. Всех с Новым годом. Чудеса бывают. Верьте в себя. Главное, верить в себя. Все остальное дерьмо. Верь в себя, парень, и ты тоже сделаешь это. Кто-то загадывает. Художник, кто-то художник. Я. Давай, Валик. Это ж мольберт был. Можно ваш шаржик. Не, Валя расписной, конечно. Крашен. Франт какой. Экий франт. Так это... Посмотрите на него. Ты за... А что за... Это ж пысанка. Валечка, что делаешь? Сидячая пысанка. Сердце, что там? Что там? Сердце? Думаю ответ. А где эти украшки пысанки? Валечка. Как этот город? А ты сам, блядь, пысанка. Петряковка. Это же Петряковка. Сам ты Петряковка. Человек загадывай, что ты ему мешаешь? Дай ему загадать слово. Ты ля-ля на духа. Я остановился, а ты голодишь сам, блядь, как дядя. Он не может собраться, ему надо задумать. Юрич, я тебя прошу, блядь, без скандала. Ля-ля-ля-ля, чуть-чуть помолчать. На ютубе такого не видели. Чуть-чуть помолчи, пожалуйста, человек думает. Я ты портишь шоу. Юрий, сука, ты два инвалида, шоу. Да? Ты сейчас понимаешь, что ты сейчас портишь шоу? Валя, загадывай, пожалуйста. Чтоб он не мешал. Да, конечно. Угу. Загадывай желание, ты ж между двух сидишь. Молодцов. Вот это салют. Включил песню «Салют, Вера». Вот это салют. А ну, сынок, дай-ка я тебе на глазки надавлю. Вот это салют. Салют, молодежь, чем занимаетесь? Вот это! Вот это салют! И дети такие домой. Сейчас сами блатные. Мэр на день города, все деньги на салют проебал. Салют, молодежь! Салют! Ты, блядь! Аэропорты! А я не собираюсь оправдываться. То есть вы сняли брекет из трупа, да? А я не... Ха-х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 а-
А я не собираюсь оправдываться. Ничего святого, блин. О, подровняем. Ему уже не надо, а мне... И тебе не надо, Коль. А не было, да, еще смешно? Не, не было еще. А мне было что-то? И мне было. Я что-то всем было, кроме Коли. Да. А, да, бля, что-то. Кроме Коли. Почему ему не было смешно про трупы и коронки вот эти? Про... Коля не смешно было? А я не собираюсь оправдываться. Почему-то Коле не было смешно про брекеты с трупа. У меня собака ощенилась, ничего не хочешь сказать? А я не собираюсь оправдываться. Коля, ты сел на лицо моей матери. А я не собираюсь оправдываться. Сама подлезла. Подсудимый, у вас есть 3 минуты. А я не собираюсь оправдываться. Есть. Оу, какие черты лица. Бирфест прошел на ура. А то, что за углом насали, это нормально? Бирфест прошел на ура. Это, если я правильно, ну, английский кумеку, фестиваль медведей. Бирфест прошел на ура. Вы поняли, я типа нашел от него, ну, ты не смотришь на его ебасос. И все, да? И нормально, ну, типа, закрываешь глаза, отворачиваешься. У меня не ебасос, чувак, у меня фейс модел. Фейс модел? Модел фейс. Коля Гоу, ждите, лайк, Лукас. Все зарыгано кренделями и пивом. Бирфест прошел на ура. А как вот это называется, когда бомжи воруют в море пиво, все выносят? Бирфест прошел на ура. И что, даже никто не сдох? Бирфест прошел на ура. Я в Мюнхене свою колбасочку кое-куда засунул. В одну интересную булочку, блядь. Бирфест прошел на ура. А там такая с горчичкой была хорошая. Подожди, но ты же только рогань пил. Бирфест прошел. На ура. Да я только веселого монаха взял, и что нормально, сив сувит. Сегодня же бирфест, давайте выпьем рогань. Да, рогань вообще. Кто-то пьет рогань еще? Да. Че я спрашивал? Вопросик снят. Че я спрашивал? Это же амбассадор рогань. Коля, да, в рогань, выйдите на Колю, посмотрите, вот вам лицо. Или хотя бы оболонь. Загадал. Ну и что, как ты собираешься это оправдывать вообще? Вас приветствует лучший ведущий Зырянов Николай. Вы еще ничего не провели, уже просите похавать? Вас приветствует лучший ведущий Зырянов Николай. Так у нас, подождите, у нас же брат умер. Вас приветствует лучший ведущий Зырянов Николай. Алло, блядь, хули вы в Днепре, мы свадьба в Киеве, блядь. Вас приветствует лучший Зырянов Николай. Когда мероприятие подскажите, я даты проверю. Не, они мне купе не оплатили, я ехать буду, блядь. Что, на конкурсе новая волна, новый ведущий? Коса приветствует. Чуля. Вот это твой это ответ, да? Это мой ответ, ответ, да? Это мой ответ. Что-то спрашивали? Можно на этом змеином языке с Гарри Поттера? Что-то спросили, мужики? Ну вот ответ. Что-то заебал, спросили? Да? Было что-то просто спрошено? Просто заебал. Спрошено было что-то? Просто... Я передумал ответ. Ты просто заебал. А что... Он показал ответ. Мужики, да объясните. Сидели, отвечали в вопросы. Давай, алло, чтобы он понял. Валя, скажи, на змеином Валя, язык, да я же, скажи на змеином языке из Гарри Поттера, что Сережа невнимательный. Ты просто заебал уже. А, это ответ такой? Да. А, теперь такой. А может нельзя с матом ответ? Может, мне ты нельзя. Ты просто надоел. О, ой, как нет, цензурно. Валик, а я не могу. Каждый день просыпаюсь и первым делом не зубы чищу, а на фаворите ставлю. Что сделать? Ты просто надоел уже. Сам, блин, маюсь. Актерская школа Зырянова Николая. Браво, браво, браво. Я бы мог, я бы тоже, да? Мам, ты не звала, а я уже дома. Я аж слюну пустил. Ты просто надоел уже. Активный ребенок. Дай нам с отцом пожить. Мама, 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 мама. Мама, ты не звала, а я дома уже. Я школу закончил. Я поступил в университет, а вот я уже на подработке. Есть. А что у тебя цвет надписи под цвет нации? Перекинь по ММС. Еблан. Так что, куда тебе бабки прислать? Перекинь по ММС. А куда тебе можно отправить 2000 год?
перекинь по ММС. Пожалуйста. Давайте, загадал. А где ключи от кладовой, Валера? Полный вперед! Как ты Шумко подбадриваешь? Полный вперед! Я только сейчас понял, где там запятая. Коля, блядь, да ты в такси. Полный вперед! Какой оптимистичный инвалид. Полный вперед! Эй, пешки, какой наш девиз? Полный вперед! Коля, как свою партию назовешь? Полный вперед! Партия полный вперед! Партия Коли Зарянова! Полный вперед! Мы никогда не тормозим! Мы всегда впереди! Только вперед! Всем лечо и феты! Я бабушкам буду... за Колю! Чувак, я буду не гречку раздавать, а фету людям! Я выиграю нахуй. Богатая жизнь для вас, фета. А как охуенно? Вот одного депутата Гречи взять. Коли феты. И можно завтра с фетой. Слушай, мне нравится партия только полный вперед. Я считаю, Николай лучше всех. Он снизов. Он простой парень, работящий. Был в «Львах на джипе» снимался, знаете? Вот тебя и возьмем сниматься на этих новостях региональных. Ты идеально подходишь. Да, да, да. Что вы так дивитесь? Ты загадываешь. А, загадываешь? Это взгляд ожидания ответа. Ну, давай. Молодой человек, а где мы виделись раньше? В театре, что ли? Там мне вообще насрать. Слоган партии «Полный вперед». Там мне вообще насрать. Какие у вас там проблемы? Я все равно полный вперед. Слушай, а ты что такой красивый сидишь? Скуби-дуби-дуби-дуби-дуби-па. А можешь вот этот мой любимый мультик в джазе назвать? Скуби-дуби-дуби-дуби-дуби-па. Про собаку говоришь. Что, музыкант, спиздили инструменты? Как будешь выкручиваться? Скуби-дуби-дуби-дуби-дуби-па. Папа, а почему мама плачет, а ты собрал все вещи, и дверь открыта? И ты обуваешься, стоишь. Папа, пожалуйста, нет. Захожу я в ночной клуб, а оказывается, это гей-бар. Что было дальше? Ну и шо? Серег, ты представляешь, сегодня казус был? Я, ёб твою мать, не могу вспомнить даже. Ты, значит... Тише. Я, ёб твою мать, не могу вспомнить. Значит, пошел пузату кайфу, хату, кайфануть просто. Пузату кайфу. Пузата хата кайфа. Коля ее так называет. Пузата кайфа. Хата, в хату кайфу пошел. Дайте досказать. В хату кайфу котлету по-киевски взять. Пошел просто кайфануть для себя, не ради экономии, просто. Заказал, значит, этот, гороховый супчик, а сухари, блядь, не положили. Это в какой стране видано вообще? Ну а шо? Пузата хата. Вы знаете, что в пузату хату нужно правильно заходить? Вечер в пузату. Вечер в пузату. Вечер в пузату хату. Что, ты загадал, Коля? Да. Ну так и что ты в понедельник делаешь? Кажется, сердце. О, мы нашли этого хуевого актера. Кажется, сердце. А что ты хотела, пугало? Ой. Ой, кажется, сердце хотел. И память ебучая. Спасибо. Может, вам еще немножечко геля? Отойди от меня, паскуда. Люда, ну ляпнул чуть кетчупа. Отойди от меня, паскуда. Не, а Новый год, что, ну усрался, ну праздник же. Отойди от меня, паскуда! А, добрый день, молодой человек, меня зовут Игорь, вам что-нибудь подсказать? Отойди от меня, паскуда! А что ты обычно вот этому в метро безногому говоришь? Отойди от меня, паскуда! Он к тебе подкатывается, такой. Нет, ты именно ждешь, пока он именно отойдет. Такой, не откатиться надо. Надо не откатиться, не уплыть. Надо именно отойти. Плохо. Что плохо? Коля, плохо стало. Вызовите скорую. Коля, плохо, что вы сидите? Что вы смеетесь? В зале есть врач? Здравствуйте, меня зовут Виктор Паскуда, и я гей. Это ж с Криворога, отлично. Криворога гей, Виктор Паскуда. Отойди от меня, Паскуда. Виктор Паскуда. Я гей из Кривого Рога, Виктор Паскуда, приехал. А может, вы подвинетесь, и мы в одну дырочку посрем вдвоем? Это все тоже предложение. Спинка к спинке. От Виктора Паскуды.
О, я опускаю, упираемся и опускаемся. Да. Давай. Да. Девчонки так же в туалете можно делают, когда вдвоем идут? Вот так вы писаете? Да, вот так вы или как? Да. Ну и что скажешь? Слушай, давай попробуем. Слушай, Коля, есть тема поехать в Америку. Скажем, что мы геи, тогда точно все сработает. Слушай, давай попробуем. Николай, смотрите, а партия «Только вперед» не хочет баллотироваться в ЛНР? Слушай, давай попробуем. Вы тот самый неуверенный в себе лидер. Вы готовы взять бразды правления в свои руки? Слушай, давай попробуем. Вы тут неуверенный в себе лидер. Неуверенный в себе лидер начинается слово «слушай». Ну, можно. Так, сегодня третье. Не факт, не факт, ну не уверен. Не, просто каждый раз все, что ему предлагают, он говорит, давай завтра. Есть. Это ж год крысы. Я думал, сначала твой, а ты мышь? Я и сам немножечко художник. Слушай, я тут это, на снегу наслал. Я и сам немножечко художник. А у меня вот эта писька в гуаше. Коля, Коля, принеси свои картины. Там чисто модерн, модерн. Я и сам немножечко художник. Я вам объясню, Колины картины максимум по пояс. Ну, высота такая. Выше не получается. Зато в ширину пизда. Широкий пензель, да? Ты? Коля загадал. Коля загадал? Да. Марина, передай за проезд. Блин, так не вовремя заболел. У вас спит. Так не вовремя, конечно, блин, заболел. Ну ничего, будем надеяться, выздоровел, придем. Мальчик, у тебя спит, а завтра карантин. Не погуляешь в снежке. Снеговика не полепишь, блядь. Так не вовремя заболел, ребят. Слушай, так сейчас же спит, не в моде. Блин. Спит не в моде. Вышел. А вот этот 2003 год. А, ребят. В моде спит. Болей спидом, йоу. Презики, хуйня. Секс с обезьянами, все, вот это кайф. Дурацкая. Есть. В жопе шерсть. Дельфина ебут. Когда чайка пересмотрела, ну погоди. Чайка. Чем бы вечером заняться? Так там, по-моему, такой... Это вот эта концовка? Да, это же ну погоди было. Как ты это придумал, Коля? Как это можно было вспомнить вообще? В смысле? Я писал, ну погоди, я же автор. Автор, ну погоди! Коля! Автор вот этого гэга про сжимание не арбуза головы. Лукас! Коля, сценарист, ну погоди, шоураннер, ну погоди. Я шоураннер, ну погоди. Я серьезно. Креативный продюсер. Это я придумал, свинья шесть сисек. Так и что, и кем ты был в тюрьме? Последние слова альбатроса перед тем, как въебаться в другого альбатроса. На тормозах. Альбатрос. У альбатроса на машине звук тормоза, это сигнала альбатроса. Это как у человека. Эй, блядь, остановись нахуй! Да, да, да. Ёб твою мать! Бля, у Коли в голове, ну погоди, альбатрос. Потому что у альбатросов нет вопросов. Боже мой. И вы говорите, что Коля не лучший, да, все? Ну, Лукаса поставь. Лучше, конечно, Лукаса. Колюк Дудю хэштег. Ну только не снимайте, это просто. Просто в гости сейчас зашел, там супа похавал. Я был у Дудя, Коля. Там, меня тут позвал, что-то посидели там с женой там. Поели. Поболтали, покушали, да нормальный мужик он. Он спросил один вопрос, когда я съебусь и все. Да, и все. Блиц такой, знаешь. Блиц сразу. Я задаю вопросы, ты не отвечаешь. Отъебаешься. Два вопроса. Первый, как ты думаешь, заебал ли ты меня? И второй, куда? Оказавшись за дверью, когда? Есть, есть, есть. Ой, у тебя такой засос, это кто тебе поставил? И сверху лучок зеленый. Эй, еврей, как тебе подать младенцев? Есть такой стереотип, евреи младенцев едят. Нет, не было у вас. Ладно, забейте.
Не, это мы, украинцы, младенцев едим. Алло. Точно, сорян. Это же мы, как тебе вчерашний, Андрюшка? А сверху лучок зеленый. Ты же это, когда Витьку хоронили, ты же вначале, ну, две горсти земли кинул, а потом... А сверху лучок зеленый посадил. Это смерть повара, да, была? Убирал он лучком, типа, подачу. И сверху пармезан, натер, блядь. На могилку. Да. Бля. Слоями, хоронили слоями. Да. Бальзамик сверху, ой. У человека фамилия Шуба была просто. А имя Буба. Шуба Буба. И хоронили слоями, да? Под песней Шуба Буба. Умер Виктор Шуба, хоронили слоями под песню Шуба Дуба. Да. Сука. Это если бы у тебя было ритуальное агентство, да? Так, ну заваливай. О, вас же зовут Виктор Шуба. Шуба Дуба. Так, если бы у нас было ритуальное агентство, мы бы хоронили ритуалом. Коротко о Николае Зырянове, да? Шуба Дуба, альбатросы. Кто загадывает? Ну, Валика, по-моему, пизда пришла. Не, ну мы же разгоняем просто. Да классно, это классно. Я просто, вот эта хуйня уже и на Лузана перешла. Понимаешь? А я не просто, знаю, мне так нравится. Я просто из последних сил, я держусь. Да прекращай ты думать, Валя, отключай мозги, да сиди играй, что ты. Виталий Козловский, какой вы клип хотите? Слушай, да потом все сделаю. Ной, потоп, вот уже. Слушай, да потом все сделаю. Кровью и потом? Кровью и потом. Мы добьемся этой цели кровью и потом. Это Коли группа, типа время и стекло, только кровью и потом. Ребят, третий проект, Коля гол. Это его партия, его партия. Мы сделаем в Украине, блядь, процветание кровью и потом. Полный вперед. Так, что, давай, иди домой уже. Заходите, мы вас ждали. Встречайте на сцене дуэт «Нежданные гости». Заходите, мы вас ждали. Ну что, я пасу, вы там посмотрите, чтобы никто не зашел. Заходите, мы вас ждали. Извиняюсь, а это «Жди меня»? Заходите, мы вас ждали. Вы же Серафима мне. Да. 67-м потерялись. Круто. Опять же Коля, да, все? ДЗК, это ж «Да здравствует Коля», получается. «Да здравствует Коля». У нас была другая версия, «Долбоёб Зырянов Коля». Ну, тоже, так это же одно и то же. Вообще, ДЗ, ДЗК, «Да здравствует долбоёб Зырянов Коля». Что не вариант, то умора. Украина – это Европа? Мое сердце теперь свободно. И что тебе, Билан больше не нравится? Мое сердце теперь свободно. Узнал, что на самом деле сотворил Гитлер? До этого не... Сердце теперь свободно. То есть я был фанатом Гитлера и не знал, что он натворил, а потом... Это Адольф? Это все ты? Я любил его картины. Да, да, чувак, как художника. Прикинь, чувак, он его знал только как художника. Я думал, это цветочек, а не свастика. Да. Я думал, это сюрикены. Да, сюрикены. Да. Меня вдохновляли его усы. Такие картины я красивые. Я так понял, на Новый год сидел, ты знаешь, что Адольф сотворил? Да не может быть, мужики. Докажи, блядь. Он же в каких... Он же в комедиях снимался, вот это вот. Вот это, с Антон. А я ж не знал, я ему все время хай-хай, Гитлер. Ну, типа, здоровый снимай. Художник и актер. Реально, Гитлер художник и актер. Черного-белое кино, это же он изобрел. Чарли Гитлер. Так я загадал уже. Слышишь, а как насчет раз на раз? Я не могу в это поверить. Христианство. Я не могу в это поверить. Сережа, это я, твоя рука. Я не могу в это поверить. Не могу, потому что она ж вот, Андрей. Ну вот же, что я дурак, по-твоему?
у фронтмена группы Ария чайник не кипит. А я забыл, что я захотел. Я не могу в это поверить. Я не могу в это поверить. О, кипело. Чайник не кипит. Я забыл. Извините. Я не могу в это поверить. Блядь. Коля, открой лигу КВН для даунов. Просто. Да может открыть окно просто. И Коля улетит. Выйдет в него, да? В шо, где, когда ведущий сверху сидит на турнике. Я не могу в это поверить. Знаешь, что... Работник из этой хаты на первом свидании перед бабой выпендривается, говорит, сейчас я котлету достану, и реально котлету достаю вместо денег. Ну это шутка из лиги КВН для даунов. Ну прям работник пузатой хаты вместо... Это редактор лиги для даунов вырезает. Коля вылетел в четвертьфинале. Редактор вылетел из лиги. Там же две команды были. Да, он просто как редактор, ну, пропустил команду. Редактор в этой лиге, он не вырезает шутки, он свои накидывает. Какая у тебя щиколотка? Да все уже, все закончилось. Ребята, ингалятор, есть у кого-то? Да все уже, все закончилось. Порошенко! Да все уже, неугомонные, все закончилось. Да, есть. Твоя душа достанется мне. Да что ты базаришь, помоги. Тебе так идет эта сбитая собака? Да что ты базаришь, помоги. Валя, на... ДТП произошло, столкнулись две версии. Две фуры с шутками. Так, столкнулись. Полиция, что-то... Там вот вылетели, столкнулись. А ну дыхните, трезвый или нет? Что? О, такой же трезвый. Подождите, тут женщина с большой грудью. Ну что ты базаришь? Помоги. А ты знал, что самая мучительная смерть у черепах? Они типа, когда ну, ложатся на солнце на панцирь, и просто их как суп солнце жарит, и они как суп варятся два дня. Такая самая мучительная смерть в истории. Давайте дальше. Даже полезная информация звучит от него как какая-то херня. Да это не ребенок, это у тебя полено какое-то, Юра. Ты что ты базаришь, помоги. А ты знаешь, ну, я тебе как тренер скажу, штанга должна быть не вот здесь, вот там в руку. Ты что ты базаришь, помоги. Пациент, как вам новые руки? Да что ты базаришь, помоги. Вы самый красивый манекен для перчаток. Да что ты базаришь, помоги. Галя, высох маникюр уже или нет? Да что ты базаришь, помоги. Это же у моего Юрки золотые руки. Да что ты базаришь, помоги. Ого, ничего себе, Серега, все руки в говне. И как ты подтирал? И как ты подтирался? Да что ты базаришь, помоги. Решка, базаришь? Конечно. Решка... Орел, Орешка, базаришь, конечно. Да что ты базаришь, помоги. В моем сердце дырка. О, в твоем сердце дырка. Извини. Чувак, ну ведь ты настолько богатый, что вот такую себе заказал шаурму королевскую. Для реального короля. Для короля. Ой, бля, не могу уже. Что ты базаришь? Помоги. Ой, ты мой шляденький пирожочек. Да иди уже домой. Ты не можешь понять. Я бомж, да. Я прикатился к этому. Да иди уже домой. Всем привет, я Янго. Приехал на съемку. Шо, и при том это ему Уилл Смит говорит. Да, все. Хэштег Колюк Дудю Лукас. А ну, давай, справишься? Достань и... Ну, ебай, а ты что думал, блядь? Ну, я не приспособлен. Я такой, да как, я не знаю. Сколько оно делает-то? Помогите вызвать такси. Это ж не двуручный меч. Вы все знаете. Ответы из Инстаграма. Здравствуйте, я ваш сексопатолог. Давайте перейдем к вашим основным проблемам. Я нашел это под елкой. Давай сразу следующее, ну что подольше. Pink books. Books. Гениально, Шерлок, вы нашли подарки. Я нашел это под елкой. Ну типа... Я нашел это под елкой. Треногу.
была, которая держит елку. Я нашел это под елкой. Понял. Коля лучший. Ствол и землю. Я нашел это под елкой. Корни от дерева. Я нашел это под елкой. Магму земную. Я нашел это под елкой. Группу корни. Я нашел это под елкой. Метасферную плиту. Я нашел это под елкой. Сатану. Я нашел это под елкой. Вот столько мне всего подарили. Чувак, ну, внимательно подумай. Заднее сиденье машины и стекло. Заднее сиденье, понял, долбоеб, вот эта елка, которая висит, освежитель воздуха. Заднее сиденье и стекло там. А как тебе объяснить, что под елочкой? А почему? На машине. Ну, он объяснил, освежитель воздуха елочка, понял? И он нашел сиденье заднее и стекло. Ну, под елкой что, типа, ну, руль там, сиденье. Не знаю, как объяснить эту шутку. Ну, если это можно назвать шуткой. Елку на следующий год. Я нашел это под елкой. Капкан. Я нашел под елкой. Что там? О, спасибо, мам! Что там? Спасибо, мама! То, что я хотел. Знато. Я просто, если честно, я грущу, потому что, да, это последний выпуск в этом сезоне. Правильно, надо отдохнуть. Коля, надо отдохнуть. Коля устал. На слонах покататься. На банане. Я при том это в одном месте. А с другой стороны, не грустно. С другой стороны, пиздато, что нормально. Не буду видеть. На Шарм-эль-Шейк. Гарлем-Шейк? А, Шарм-эль-Шейк. Андрей, ну куда ты, ёб твою мать? Я не знаю, мне тоже, блин, я смотрю на его рожу, оно как заряжает этим, негатив... Ой, эй, позитив. Я пауэрбанк в мире людей. Все, Лукаса. Лукаса ставьте, Лукаса. Ребят, пожалуйста, чтобы мы вышли, и уже была кнопка серебряная, 100 тысяч человек. Мы выйдем только тогда, когда будет 110 тысяч подписчиков. Ну, типа 100 и 10 тысяч. Все, ребята. Да. Спасибо вам. Все, спасибо. И Сереге похлопайте. Спасибо, что пришел. Спасибо, пацаны. Спасибо, Сереженька. Спасибо, пацаны. Спасибо, Серега. Это был ДЗК. За вас.